Когда живопись дарит крылья. В галерее «Арт-Эль» открылась первая персональная выставка запорожской художницы Инны Ниткал. С экспозицией знакомились наши корреспонденты. «Формула любви», «Лунная соната», «Ханами» и «Вечерний блюз». Дипломированный специалист в области здоровья и туризма Инна Неткал пришла в живопись совсем недавно. До этого работала в сфере гостиничного бизнеса. Теперь, через 2,5 года занятий, показывает, чего можно достичь в искусстве уже состоявшемуся человеку. Живописью, творчеством можно начать заниматься, в общем-то, с любого возраста и добиться определенных результатов. В данном случае Инна человек очень эмоциональный, очень живой, у нее очень темпераментная как бы и работа, и манера письма. И вот по картинам ее, которые здесь представлены, видно, что она пробует себя в разных техниках, и в пастели, и в масле, и графику, и также и темы она выбирает очень разноплановые. Буквально каждая картина, независимо от того, масло это, пастель, она буквально излучает позитив, оптимизм, который передается зрителю. Это очень ценно. Вот одна из последних работ – «Сублимация в мегаполисе». По большому счету, это то, что произошло с Инной Неткал. В один прекрасный момент она просто переключилась из внешнего мира на внутреннее пространство и стала художником. Я свое внутреннее напряжение перенаправила в творчество и начала вдохновляться и подпитываться творческой энергией, которая делает меня счастливой. Каждый день мне хочется творить что-то новое. Удивляюсь сама себе, то, что она меня успокаивает, останавливает, когда я 3-4 часа занимаюсь живописью, я не знаю, о чем я думаю. Какой-то поток. Сейчас Инна Неткал находится все еще в творческом поиске. Хочет найти свой стиль, а пока что ближе всего по духу считает себе Дали. Как признается Инна, собирается попробовать все и даже теперь чувствует себе это, попробует учить рисовать других.